Всем привет, дорогие друзья! Как говорил Виктор Гусев в одной передаче начала 2000-х годов, я сегодня в футболке Казанки, и это не случайно. Сегодня наша вторая команда провела уже свой четвертый поединок в профессиональной футбольной лиге «Зона Запад». Второй раз подряд матч закончился нулевой ничьей, и Наверное, об этом матче можно было бы вообще не говорить, если бы не тот факт, что на левом краю обороны вышел Михаил Лысов. За три года существования Казанки так получилось, что для нашего молодого защитника это первое появление в составе Казанки. И на фоне того, что, наверное, самый критикуемый футболист Локомотива сейчас играет именно на левом фланге, это Маций Рыбуси, и именно через его зону идет большинство атак, которые приводят к голам в наши ворота, поговорить о Мише Лусове, мне кажется, будет сейчас вполне своевременно. Ну и заодно разберем игру Казанки и непосредственно Миши Лысова. Но для начала давайте просто пару слов о Мише Лысове. Он ворвался в нашу команду в чемпионский сезон просто из ниоткуда. В молодежке он играл на левом краю атаки, не то чтобы хватал звезды с неба, там всегда были более интересные лидеры. Это Рома Тугарев, это Ваня Галанин и многие другие ребята. Миша Лысов просто бегал по своему левому краю атаки, иногда что-то забивал, иногда отдавал какие-то передачи, но это все было не очень активно и не очень э, ярко. Потом Палыч взял его на сбор и поставил на левый край обороны. И оказалось то, что у Миши Лысова феноменальная выносливость. Он может бегать туда и обратно весь матч, а то и два. И этим подкупил Палыча так, что он поставил его на матч ЦСК ЦСКА против самого Марио Фернандеса. До сих пор еще не верю, то, что я вышел у Миши Лысова просто удивительная статистика. Вплоть до 23-го тура в каждом матче РПЛ, в котором он появлялся хотя бы на минуту, Локомотив побеждал. Такого процента побед нет ни у одного игрока Локомотива. В 23-м туре он вышел против Ахмата, мы сыграли в ничью, а первую горечь поражения в российской премьер-лиге Миша Лысов испытал только в последнем, уже пост-чемпионском туре. Только вдумайтесь в это. Статистика Миши Лысова повторилась и в прошлом сезоне, который стал для нас серебряным. Миша стал выходить гораздо меньше, но при этом практически команда не проигрывала, когда Миша был на поле. Я не знаю, что это. Наверняка это просто стечение обстоятельств, а не какая-то всевышняя сила Михаила Лысова, которая запрещает Локомотиву проигрывать. Но стоит отметить, что когда Миша на поле, с левого края обороны практически ничего не приходит в нашу штрафную. В то время как при Маце Рыбусе и других защитников нет-нет, да и залетит какая-нибудь подача. В общем, давайте сейчас посмотрим, как Миша Лусов сыграл в своем дебютном матче за Казанку в ПФЛ Зона Запад против команды из Петербурга, Ленинградец, и подумаем, какие же у него есть перспективы попасть все-таки в основу и вытеснить Маце и Рыбуся. Либо, возможно, ему стоит искать новый клуб. Поехали! Состав Казанки будет удивлять каждый матч – так уж повелось, что какого-то определенного основного костяка у этой команды нет и вряд ли будет. Кого-то забирает основа, кого-то отдает, кто-то помогает молодежке, а кто-то, наоборот, из молодежки дорастает до Казанки в выездном матче против одного из лидеров зоны Запад, Казанка получила в свое расположение из основы героя сегодняшнего видео Михаила Лысова и Данила Куликова. Но зато не отпустили Ивана Лапшова, Никиту Дорофеева, Дмитрия Рыбчинского, который, впрочем, возможно, до сих пор залечивает травму. Эти ребята играли в первых турах за Казанку, делали результат, но, видимо, будут пока в обойме основы. В свою очередь из молодежки Казанка забрала Николая Титкова, Максима Петрова, Дениса Файзулина и Артура Черного. Тоже достаточно солидный десант. И стоит отметить отсутствие Тимура Сулейманова. Он уехал в сборную на товарищеский турнир. И на период этого турниру пришлось уже два матча Казанки. В обоих наши ребята так и не смогли распечатать ворота соперника. Миша Гейф в роли главного форварда пока вообще не убеждает. Коротко о матче. Казанка начала играть в более-менее осмысленный и футбол, доминировала всю встречу. В предыдущих трех играх против не самых сильных соперников, которые фактически собирались накануне турнира, Казанка таким похвастать не могла но вместе с тем в действиях футболистов сквозила некая академичность и замедленность. Возможно, виной тому поле. Искусственный газон, обильно посыпанный резиновой крошкой, никак не способствует скоростным атакам. Но и вместе с тем опасных ударах по воротам соперника практически не вспоминается. Одним из главных заводил в нашей команде стал как раз Михаил Лысов. В казанке ему явно психологически проще, чем в основе. Он тут уже сам пихает партнером, а не выслушивает очередную бранную речь от Чарлуки. И рывки по всему флангу совершает чаще. Видно, что гораздо меньше боится ошибиться и не успеть в оборону. Никуда не делись и передачи Миши в штрафную. Пожалуй, главная опасность для соперника, особенно во втором тайме, когда ушел с поля Денис Файзулин, крылась именно в подключениях Лысова и связки с Максимом Петровым на левом фланге и дальнейших передачах в штрафную. Неплох был Лысов и в отборе, несколько раз довольно эффектно остановив атаки соперника. В общем, если бы в этом нулевом матче меня кто-нибудь попросил бы назвать лучшего игрока и подарить ему статуэтку, то я бы, наверное, назвал именно Михаила Лысова, хотя гораздо больше активности ждал от Куликова и Миронова в плане атаки. Почему же Лысов, воспитанник и обладатель паспорта, до сих пор не вытеснил окончательно рыбуся из старта? Кажется, дело в банальной психологии – Довольно легко забывается про возраст Лысова, ведь он был важной частью чемпионской команды, играл в финале Кубка России, но ему всего 21 год. Он ведь даже моложе Мурила, чьи ошибки мы готовы прощать в ожидании того, когда Пеп будет готов выложить за него 30 миллионов евро. И в стиле игры Миши Лысова явно прослеживается боязнь ошибиться, Думаю, что если убрать его передачи в штрафную, которые по определению довольно рисковые, то процент точных передач у Миши будет стремиться к стабильной сотне. И дело не в том, что он так здорово сохраняет мяч, а в том, что передачи эти максимально безопасные. А фирменное движение, которое раньше у меня твердо ассоциировалось с Романом Шишкиным, теперь закреплено за Лысовым. Получить мяч, продвинуться с ним на несколько метров вперед, остановиться и сделать передачу назад. Такое, как вы видите, никуда не делось даже в PFL, где казалось можно позволить себе немного риска. Но главное за эти более чем 30 матчей, которые мы видим Мишу Лысова, в его манере игры нет никакого прогресса. Он не стал более уверенным в себе, он не стал чаще пытаться идти в дриблинг, его вообще нету в арсенале некогда форварда Лысова. Он не стал чаще давать острые передачи, он более-менее стабильно играет в обороне, постоянно бегает вперед, всегда успевает назад, иногда навешивает в штрафную и мяч каким-то чудом всех защитников перелетает и долетает до наших. Но если Миша так навсегда и застрянет в этом состоянии, то матчей в ПФЛ у него будет еще много. Хотя 21 год – это еще явно не повод ставить крест на Михаиле. Качественный рывок в своей игре он может сделать в любой момент. Физические данные и умение играть в футбол у него есть. Осталось совсем немного – стать футболистом. Казанки же, хоть она и стартовала куда лучше, чем год назад, и очки набирает исправно, Пора бы показать, что уровень притязаний на этот сезон первое место, и одержать какую-нибудь уверенную победу. Пока что вопросов по игре в атаке гораздо больше, чем созданных моментов. По сегодняшней игре э, оказывали давление, в принципе, владели инициативой. Но опять же повторюсь, э, в принципе, достаточно очень мало нанесли, нанесли ударов по воротам, а без ударов нет голов. Естественно, без голов нет победы. Расскажите о своих впечатлениях от Михаила Лысова в комментариях. Хотели бы вы видеть его в основе вместо рыбуси или нет и почему? Ну и не забывайте ставить лайк, если это видео вам понравилось и вы хотите в дальнейшем больше подобных разборов и рассказах о молодых футболистов. Спасибо и до встречи на стриме в воскресенье. Пока! Задача главная – это быть первым всегда.